Муниципального района, день ВВС, значит, день дружбы между разными национальностями. И вот в сегодняшний такой солнечный прекрасный день мы сегодня собрались здесь для того, чтобы поприветствовать друг друга, для того, чтобы принять участие в каких-то играх. Вот у нас дворовые игры будут сегодня популярны. Это городки, питан, дартс. Друзья наши из ДСА приехали с пневматическими винтовками, будем отрабатывать меткость, чтобы в нормах ГТО принять участие. Я как бы программу в общем сказал, а сейчас самое главное. Глава Хлевинского муниципального района Лисов Михаил Алексеевич поприветствует нас. Здравствуйте, дорогие ребята, коллеги, земляки. Сегодня действительно большой такой праздник. В целом наш район отмечает очередную дату своего рождения. Для района вроде бы это мало, 89 лет, а в целом это большая эпоха, если так брать в целом жизнь настоящая, так будем говорить, одного человека или нескольких поколений. Ну, на сегодняшний день так уж сложилось, что сегодня день военно-воздушных сил. Сегодня наши войска называются воздушно-космическими силами. Но вы знаете, что за годы своего существования военно-воздушные силы, конечно, внесли огромный вклад в целом и в победе в Великой Отечественной войне, да и в поддержании порядка и в целом, так сказать, стабильности в стране на сегодняшний день. Что надо делать для того, чтобы наша жизнь нормально развивалась? В первую очередь это то, что чем вы сейчас сами занимаетесь. Это активный образ жизни, хорошие, добрые привычки человека, семейные крепкие традиции. Ну, значит, вот Дима поработал в администрации, понял, что к чему. Сразу два помощника у него появились, привел, сегодня-завтра готовы заменить нас в строю жизни. Так что вот, а вот еще, вот видите, поколение такое, там совсем маленькое, но чувствует уже спортсмен, смотрите, уже бежит, нет, завели. Поэтому позвольте вас всех поблагодарить за то, что вы участвуете активно в общественной жизни, занимаетесь спортом. В этот замечательный праздник сегодняшний день физкультуры, а вот вы всегда на месте. Поэтому день района вы отмечаете своим вкладом в развитие физической культуры, спорта, в укрепление дисциплины, правопорядка, да и в целом подаете пример правильной направленности в нашей жизни. Поэтому позвольте вас поздравить со всеми праздниками. И сегодня весь мир отмечает Международный день молодежи. У вас здесь большинство именно тех, кто к этой категории относится. Мы в нашей стране, конечно, пораньше отмечаем, но были бы праздники. А уж как ответить мы найдем. Поэтому праздник. Пенсионеры, молодежи. Так, слово предоставляется председателю районного совета депутатов Пожидаеву Сергею Александровичу. Уважаемые представители культуры, спорта, коллеги, сегодня действительно Михаил Алексеевич сказал, что сегодня у нас несколько праздников. День района, и Международный день молодежи, день военно-воздушных, военно-космических сил. Поэтому вот не случайно и праздник людей, которые связали свою жизнь со спортом, с физкультурой, совпадает с этим замечательным праздником. Хочется вас поблагодарить за ваш труд,
за то, что вы своим личным примером, своим отношением к жизни воспитываете молодежь. Здесь большинство воспитателей, тренеров, преподавателей физической культуры. Хочется пожелать, чтобы вы еще более активно привлекали молодежь, отрывали их от вредных привычек. Это у вас получается. Ваши воспитанники побеждают и на районных, и на областных, и уже, так сказать, на всероссийских и международных соревнованиях представители кульколодистого комплекса. Поэтому замечательно, что вы собрались. Хочется пожелать вам хорошего общения. Здесь будут представлены несколько видов спорта, чтобы вы получили заряд бодрости, оптимизма, хорошего настроения. И в дальнейшем также плодотворно трудились. Хочется пожелать, чтобы как можно больше ваших воспитанников побеждали на соревнованиях. Именно представители физической культуры, спорта, вы воспитываете молодежь, воспитываете их тактичный характер, как целеустремленность, воля к победе. Поэтому всем хорошего настроения, всем бодрости, духа, оптимизма и дальнейших успехов в работе. С праздником вам, вас, уважаемые друзья! Прекрасен спорт для нас всегда зимой и летом, и часто в объективах пьедестал. Болельщики ревут, российские атлеты стремятся только к призовым местам. Ликует вся страна, от правнуков до дедов, пусть смотрят проигравшие в упор. Когда победным залпом в безоблачное небо взметнется ввысь российский триколор. На свете много разных просторных стадионов, победой наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах у чемпионов, когда в их честь российский гимн звучит. На свете много разных просторных стадионов, победой наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах у чемпионов, когда в их честь российский гимн звучит. Олимпиад огни приветливо нам светят, Россия гордо принимает старт. И как никто другой на всей большой планете, российский спорт талантами богат. У многих впереди медали золотые, и крепок духом наш российский спорт. Рекорды и победы, хвала и честь России, спортсмены, наша гордость и оплот. На свете много разных просторных стадионов, победой наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах у чемпионов, когда в их честь российский гимн звучит. На свете много разных просторных стадионов, победой наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах у чемпионов, когда в их честь российский гимн звучит. На свете много разных просторных стадионов, победой наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах у чемпионов, когда в их честь российский гимн звучит. На свете много разных просторных стадионов, победой наших каждый знаменит. Пусть будут слезы счастья в глазах у чемпионов, когда в их честь российский гимн звучит. Когда в их честь российский гимн звучит. Мы предоставляем главе Хлевинского района Михаилу Алексеевичу Лисову. Дорогие друзья, земляки, сегодня мы в очередной раз собрались здесь, в центре нашего
села Хлевные для того, чтобы вместе сегодня отметить этот замечательный праздник, 89-ю годовщину образования Хлевинского муниципального района. В этот день так уж случилось, что совпало несколько очень значимых и таких славных праздников. Над нами вот баражирует самолет, который нам подсказывает об истории российской советской авиации. На сегодняшний день, 12 августа, день воздушно-космических сил нашей страны. День военно-воздушных сил, который отмечался 105 лет, на сегодняшний день один из самых значимых в нашей стране. Сегодня Международный день молодежи. Сегодня день физкультурника. Сегодня, откровенно говоря, мы по христианским обычаям решили провести этот праздник еще и потому, что буквально через два дня начинается пост. Ну а мы с вами люди христианские, поэтому решили этот праздник провести именно в этот замечательный день. Да и исторически мы с вами уже несколько лет, более десятка лет проводим именно праздник на день военно-воздушных сил. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что у нас сегодня присутствует здесь очень много гостей, которые много сделали для Хлевинского района, которые сегодня продолжают или трудиться, или отдыхают, но прекрасно ценят, любят родную родину свою, Хлевинский район. Сегодня здесь вместе с нами, с представителями администрации Липецкой области, областного совета, присутствуют наши почетные гости, которые находятся здесь. Здесь присутствуют те, кто сегодня трудится на полях и фермах. Конечно, может возникнуть вопрос, и несколько лет назад мы бы никогда в это время не провели этот праздник. Как это так, в разгар уборочной страды, и сегодня мы собрались для того, чтобы просто вот гулять и отдыхать. Докладываю, мы это делаем смело, и делаем это заслуженно, и делаем это с честью для наших тружеников. На сегодняшний день так уж складывается, что мы говорим о небывалом урожае в Хлевинском районе. Сегодня некоторые поля наших знаменитых фермеров и наших инвесторов дают в пределах 80 центнеров гектара пшеницы. Такого урожая мы никогда не видели. Это говорит не о том, что наша земля стала просто плодородней. Это говорит о том, что труженики наши научились немного работать несколько по-другому, соблюдая севообороты, соблюдая технологии, привлекая новейшие образцы техники и современные хорошие семена, а также работая на полях, именно сегодня считая то, что вложишь в землю, то и от нее получишь. То ли достаточное количество удобрений, гербицидов, пестицидов и других всех агроприемов для того, чтобы получить высокий урожай. Так что я сегодня заверяю вас, что сегодня вместе с нами, сегодня здесь вечером будут отдыхать те, кто трудится сегодня и на комбайнах в настоящее время находится в полях. К вечеру все сюда соберутся, подъедут. Так что, дорогие друзья, у нас есть причина почествовать именно в ближайшее время, когда будем отмечать День работников сельского хозяйства, наших тружеников, которые все делают для того, чтобы мы полностью справлялись с тем, что возложено 131-м законом о местном самоуправлении на нас с вами, для того, чтобы исполнять свои обязанности, которые полностью сегодня лежат на плечах тех, кто обслуживает Хлевинский район. Дорогие друзья, я хочу в этот торжественный, прекрасный день, праздник, поздравить вас с нашим замечательным днем района, пожелать вам крепчайшего здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех делах, главное – здоровья, уверенности в будущем, тем более, что мы имеем для этого все основания. К нам в район приходят очень сильные инвесторы, мы открываем новые предприятия, создаем дополнительные новые рабочие места, и я уверен, что в ближайшее время вопрос о том, что кто-то человек не может себе найти работу или работа не соответствует тем пожеланиям, которые, так сказать, определяются заработной платой, практически будет исчерпана. Дорогие друзья, еще раз вас всех с праздником, всего самого доброго. И хочу так сказать, что мы все сделаем для того, чтобы наш район процветал, а мы все ценили нашу малую родину,
радовались и верили в завтрашний день нашей замечательной Липецкой области и нашей Родины России. Спасибо. Уважаемые хлевенцы, дорогие гости этого замечательного праздника, позвольте от всей души, горячо и сердечно поздравить вас с очередным днем рождения района и передать самые искренние слова поздравления, наилучшие пожелания от главы Липецкой области Олега Петровича Королева, который глубоко уважает хлевенцев, ценит вас за ваш труд, за ваши показатели, за вашу любовь к малой родине, к Липецкой области и в целом к великой России. 89 лет хлевенцы объединены одной территорией, одним небом и делают добрые, славные дела. Вы умеете работать, вы умеете отдыхать, чему является сегодняшний праздник, день района. Много прошло лет, много утекло воды через ваши замечательные реки Воронеж, Дон, леса, землю великолепную. Я это говорю, потому что вам действительно повезло родиться в этом прекрасном уголке нашей великой России. И за эти годы действительно было всякое. Были и подъемы, была великая радость, но была и грусть. Я имею в виду то, что в годы Великой Отечественной войны с территории Хлевенского района ушло более 12,5 тысяч хлевенцев. Более 5 тысяч не вернулось с полей сражения. 4 героя Советского Союза, 5 полных кавалеров ордена славы дала Хлевенская земля. 2 героя социалистического труда. Это, конечно же, действительно примеры подвига, примеры героизма. И хлевенцы чтят и помнят тех, кто сложил свои головы, защищая родину, тех, кто вернулся и восстанавливал народное хозяйство. Хлевенцы не потеряли вот той любви к родине, той любви к труду, творчеству. И все эти годы являются одним из лучших среди муниципальных районов нашей Липецкой области. По итогам прошлого года район вошел в число 5 лучших районов по основным показателям социально-экономического развития. Первое полугодие район также сработал очень позитивно, если даже сказать о том, что валовое муниципальное производство, объем, увеличен по сравнению с прошлым годом на более чем 20%. Отгружено муниципальной продукцией и оказано услуг более чем на 700 миллионов, что на 36% выше уровня прошлого года. Полным ходом идет благоустройство. Построены 2 детских садика, отремонтированы 5 детских садов, 7 фельдшерско-акушерских пунктов. Активно развивается коллективная кооперация. Все делается для того, чтобы повышать качество жизни, вселять в людей уверенность, хорошее настроение, что, собственно, у вас получается. От всей души благодарю вас за ваш труд. Главное достояние района – это, конечно, его замечательные люди. Будьте счастливы, будьте красивы, будьте радостны и живите долго. Пусть больше детских голосов появляется на вашей земле. Вы действительно все красивые, вы действительно все талантливые. Счастья, добра и удачи вам на долгие-долгие годы. Спасибо. Уважаемые хлевенцы, позвольте и мне от регионального парламента, его спикера Павла Ивановича Путилина, искренне поздравить всех вас с очередным рождением района. И мне, конечно же, сегодня хотелось бы в первую очередь отметить и подчеркнуть,
что у хлевенцев своя особая, четкая гражданская позиция в интересах своего района и в целом Липецкой области. Конечно же, мне хотелось сегодня поблагодарить вас за ваш вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области. И те показатели, которые сегодня являются в Липецкой области по многим макроэкономическим показателям и занимают лидирующие позиции не только в СФО, но и в целом по Липецкой области, по России, конечно же, в этом и ваша заслуга. Чем же славен сегодня и богат Хлевенский район? И как было отмечено, конечно же, людьми, своими людьми, талантливые, трудолюбивые, ответственные. И именно благодаря вам сегодня район развивается и благоустраивается, и с каждым годом становится все краше и краше. Успешно решаются и социальные вопросы. И те социальные обязательства, которые были взяты как областной, так и районной властью, пережителями Хлевенского района, выполняются в полном объеме. И в этом, в том числе, ваша заслуга. Удачи вам на вашем жизненном пути и, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Спасибо, с праздником! Уважаемые хлевенцы, уважаемые гости, сегодня мы отмечаем день рождения нашего любимого района. Это повод, чтобы сказать слова благодарности нашим труженикам, которые, не покладая труд своих рук, трудятся на полях. Это сказать слова благодарности учителям, врачам, труженикам бюджетной сферы. Мы свято чтим традиции района. Мы передаем опыт молодому подрастающему поколению, чтим ветеранам. Мы развиваем и создаем условия для учебы наших детей, для занятий спортом, для активного отдыха. Развиваются все сельские поселения, реализуются новые проекты. И это заслуга всех хлевенцев. Хочется пожелать вам в этот замечательный праздник добра, благополучия, счастья, здоровья. С праздником вас, уважаемые хлевенцы! Наши земляки достойны высоких слов благодарности за их неоценимый вклад в развитие и процветание родного края. Благодарность главы администрации Липецкой области за достигнутые успехи в труде и большой личный вклад в социально-экономическое развитие и повышение авторитета Хлевенского муниципального района объявляется Иванову Виктору Николаевичу, машинисту экскаватора акционерного общества, работников народное предприятие ЖКХ «Хлевенское». Почитовой Светлане Николаевне, заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов областного бюджетного учреждения Центра социальной защиты населения по Хлевенскому району. Носову Александру Анатольевичу, лесорубу государственного автономного учреждения «Хлевенский лесхоз». Свистуновой Елене Викторовне, участковому врачу-педиатру государственного учреждения здравоохранения Хлевенская районная больница. Ушаковой Татьяне Михайловне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры Воробьевский центр культуры и досуга. Ярцевой Ольге Алексеевне, преподавателю математики Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения Конь-Колодезский аграрный техникум.
почетной грамотой Липецкого областного совета депутатов за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие и повышение авторитета Хлевинского муниципального района награждаются. Аладиков Вячеслав Владимирович, машинист экскаватора комплекса «Хлевинский» филиала Центрального областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал». Бухтаярова Татьяна Сергеевна, санитарка клинико-диагностической лаборатории Государственного учреждения здравоохранения «Хлевинская районная больница». Воронин Анатолий Михайлович, водитель автомобиля участка Хлевинского района электрических сетей, службы механизации транспорта, управления и логистики, филиала Центра Липецкэнерго. Копенкин Владимир Николаевич, электромонтер Хлевинского линейно-технического цеха Задонского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Липецкого филиала Ростелеком. Мазалова Любовь Николаевна, почтальон отделения почтовой связи село Веденка Усманского почтампа Липецкой области филиала Почта России. Ежегодно обновляется доска почета «Трудовая слава» Хлевинского района. Почетного права быть занесенными на районную доску почета удостаиваются лучшие из лучших представителей разных профессий. И сейчас мы приглашаем на эту сцену наших земляков, которые своим трудом, творчеством и общественной деятельностью прославляют нашу Хлевинскую землю. Анфилову Ольгу Ивановну, пекаря-мастера, перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива «Хлевинский хлебозавод». Балашову Оксану Борисовну, представителя малого бизнеса района, директора салона красоты «Элия». Батюк Олега Николаевича, машиниста автомобильного крана, акционерного общества, работников народного предприятия ЖКХ «Хлевинское». Боева Максима Николаевича, старшего инспектора ДПС группы ДПС ГИБДД отделения МВД России по Хлевинскому району. Бухтаярова Игоря Николаевича, директора дорожно-эксплуатационного управления 48. Климентова Сергея Николаевича, главу крестьянско-фермерского хозяйства «Климентов». Левищеву Тамару Алексеевну, операционную медицинскую сестру хирургического отделения «Хлевинская районная больница». Мареева Владимира Викторовича, водителя крестьянско-фермерского хозяйства «Каменев». Мурина Алексея Валерьевича, главного менеджера откормочного производства «Албиф».
Алексея Ивановича, главного инженера по сельхозмашинам крестьянского хозяйства «Речное». Санину Елену Николаевну, слесаря по эксплуатации и ремонта подземного газопровода участка уличных газовых сетей эксплуатационной службы села Клемное, «Газпром», газораспределение «Липец». Старожилову Татьяну Ивановну, ведущего ветеринарного врача-бактериолога Клевенской станции по борьбе с болезнями животных. Тамбовцева Александра Витальевича, главу администрации сельского поселения Оскочинский сельсовет. Шабанову Валентину Ивановну, главного специалиста-эксперта отдела культуры администрации Хлевенского муниципального района. Щербатых Наталью Ивановну, заместителя директора лицея села Хлевное, учителя географии высшей квалификационной категории. За заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу, успехи, достигнутые в области сельского хозяйства, большой личный вклад в развитие системы образования района и органов местного самоуправления, обеспечение финансовой деятельности в сфере профессиональной подготовки, знаки отличия за заслуги перед Клевенским районом награждаются. Галина Викторовна, заместитель начальника отдела ЖКХ и дорожного хозяйства администрации района. Валентина Тихоновна, бывшая доярка совхоза Елец-Тазовский, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, село Воробьевка. Работавшая ранее главным бухгалтером аграрного техникума Конь-Колодезский, отличник профобразования село Конь-Колодезь. Дорогие друзья, давайте аплодисментами поддержим наших земляков. Мы приглашаем на сцену Карасикову Жанну Михайловну, работавшую ранее управляющим делами органов местного самоуправления. Награждена почетной грамотой президента Российской Федерации. Село Хлевное. Никитин Алексей Егорович, бывший заведующий районным отделом народного образования, директор Веденской школы, учитель физики, отличник просвещения село Веденка. Номинация
номинация «Почетный гражданин Хлевенского района». За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения района, способствующий социально-экономическому развитию и повышению авторитета Хлевенского муниципального района, присваивается почетное звание «Почетный гражданин Хлевенского района» Кадирову Магомеду Казимовичу, врачу-хирургу, заведующему хирургическим отделением Государственного учреждения здравоохранения «Хлевенская районная больница». Дорогие друзья, сегодня 45 лет, как Магомед Казимович Кадиров пришел работать в районную больницу. Из них большинство лет он проработал заведующим хирургического отделения. Мы сегодня с удовольствием говорим о том, что представитель братского Дагестана стал почетным гражданином Хлевенского района. Поэтому ура Магомеду! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Казимович, почетный гражданин Хлевенского района. Сегодня на нашем празднике тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. К нам в гости пришли люди, которые на своих плечах вынесли все тяготы страшной войны, ветераны войны и труженики тыла. Спасибо вам, спасибо, ветераны, за то, что мы не знавшие войны, за то, что нам неведомы те раны, которые в боях имели вы. Года летят, укрыли вас седины, вы пережили в жизни много бед. Поклон нижайший до самой земли вам, дай Бог вам, ветераны, долгих лет. Примите в знак благодарности эти скромные цветы. Уважаемые земляки, на территории Липецкой области протекает 151 река, более 790 ручьев, расположено около 2000 прудов и водохранилищ, множество озер и родников. Все водные объекты от малых прудов и родников до крупных рек и водохранилищ нуждаются в поддержании чистоты воды и прилегающей территории, проведении уборок берегов и расчисток родников. Сегодня мы выражаем свою благодарность тем, кто занимается благоустройством прудов Хлевенского района. Для вручения благодарственных писем на сцену приглашается заместитель главы Хлевенского муниципального района Коротких Михаил Иванович. Благодарственным письмом администрации и Совета депутатов Хлевенского муниципального района награждаются победители смотра конкурса за лучшее благоустроенное место отдыха для населения на воде. Приглашаем на сцену Астахова Валерия Вячеславовича, арендатора пруда село Крещенко. Мы приглашаем Гагалашвили Андрея Николаевича, арендатора пруда село Большой Мячок. Приглашаем на сцену Кислякову Нину Семеновну, арендатора пруда село Крещенко. Мы приглашаем Лешок Александра Петровича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Донская Нива», арендатора пруда село Дмитряшевка.
сейчас мы приглашаем подняться на сцену руководителей тех сельских администраций, которые стали лучшими в соревновании по благоустройству территории. Вединский сельский совет. Глава Югов Сергей Иванович. Елец Лазовский сельский совет. Глава Березнева Галина Владимировна. Новодубовский сельский совет. Глава Пыркова Галина Владимировна. Награду победителям вручает заместитель главы Хлевинского муниципального района Бахтин Анатолий Иванович. Дорогие друзья, ваши аплодисменты главам сельских поселений нашего района, которые стали лучшими в соревновании по благоустройству территории. А сейчас вручение призов. Нашим прославленным землякам. Каждому человеку дорог тот уголок земли, где он родился, где он живет и трудится. И неважно, большое это село или маленькое, если любишь его по-настоящему, то будешь стремиться сделать его богаче и краше. Сейчас мы приглашаем на сцену тех, кто, украшая свой дом, украшал и наше село. Кто, выращивая цветы, приносил радость себе и людям. Мы просим пройти на сцену. Мещерякову Елену Ивановну, село Дмитряшевка. Кретинину Надежду Николаевну, село Отскочное. Щербатых Наталью Викторовну, село Верхняя Колыбелка. Коллектив женщин, село Верхняя Колыбелька. Юрову Ольгу Ивановну, село Веденка. Попову Ирину Ефимовну, село Веденка. Цыбанову Валентину Ивановну, село Новое Дубовое. Хрюкину Нину Васильевну, село Елецкая Лазовка. Евсюкову Валентину Ивановну, село Воробьевка. Бобрешову Людмилу Николаевну, село Фомина Негачевка. Каменеву Ирину Викторовну, село Хлебное. Белокопытову Галину Николаевну, село Хлебное. Бухтаярову Наталью Анатольевну, село Хлебное. Карасикову Марину Александровну, село Хлебное. Адамяк Людмилу Дмитриевну, село Нижняя Колыбелька. Крысенкова Вячеслава Павловича, село Конь-Колодец. Буенкову Любовь Алексеевну, село Ворон-Лазовка. Бородских Ольгу Ивановну, деревня Большой Мечок. Гаршину Ларису Анатольевну, село Хлебное. Ушакову Анну Максимовну, село Синдякино. Награды нашим победителям вручает заместитель главы Хлевинского муниципального района Бахтин Анатолий Иванович. Сейчас мы приглашаем на сцену победителей конкурса на самое образцовое личное подсобное хозяйство. Русяева Александра Максимовна, село Конь-Колодец. Никулина Наталья Александровна, село Фомина Негачевка. Пальчиков Роман Викторович, село Отскочное. Дедов Алексей Михайлович, село Дмитряшевка. Порфиренко Валентина Тихоновна, село Елецкая Лазовка. Косинова Людмила Васильевна, село Воробьевка. Мордасова Надежда Михайловна, село Синдякино. Трухачев Валерий Николаевич, село Трухачевка.
Лазарев Александр Николаевич, село Нижняя Колыбелька. Тишков Сергей Николаевич, село Старое Дубовое. В этой номинации награды вручает заместитель главы Хлевинского муниципального района Коробких Михаил Иванович. А сейчас настало время для вручения премий и дипломов сельским поселениям за конкурсное праздничное шествие, посвященное году экологии и Дню Малой Родины, а также за живые клипы, представленные на суд зрителей творческими группами. Награды в этой номинации вручает заместитель главы Хлевинского муниципального района Владимир Анатольевич Пожидаев. Дипломом награждается администрация сельского поселения Синдякинский сельсовет. Глава администрации Худяков Виктор Васильевич. Дипломом награждается администрация сельского поселения Елец-Маланинский сельсовет. Глава администрации Левыкин Вячеслав Сергеевич. Награждается администрация сельского поселения Елец-Лазовский сельсовет. Глава администрации Березнева Галина Владимировна. Дипломом награждается администрация сельского поселения Верхний Колыбельский сельсовет. Глава администрации Копаев Юрий Владимирович. Дипломом третьей степени награждается администрация сельского поселения Отскочинский сельсовет. Глава администрации Тамбовцев Александр Витальевич. Дипломом третьей степени за выставку народных умельцев «Радость своими руками». Дипломом третьей степени награждается администрация сельского поселения Малининский сельсовет. Глава администрации Волков Сергей Яковлевич. Дипломом третьей степени за выставку народных умельцев «Радость своими руками» награждается администрация сельского поселения Новодубовский сельсовет. Глава администрации Пыркова Галина Владимировна. Дипломом третьей степени за выставку народных умельцев «Радость своими руками» награждается администрация сельского поселения Веденский сельсовет. Глава администрации Югов Сергей Иванович. Дипломом второй степени за выставку народных умельцев «Радость своими руками» награждается администрация сельского поселения Конь-Колодезский сельсовет. Глава администрации Савенкова Светлана Викторовна. Дипломом первой степени за выставку народных умельцев «Радость своими руками» награждается администрация сельского поселения Нижний Колыбельский сельсовет. Глава администрации Ушаков Николай Николаевич.
дорогие друзья, аплодисменты за такое прекрасное достижение. Дипломом третьей степени за конкурсное шествие экологических бригад «Радужная карусель» награждается администрация сельского поселения Фомино-Нигачевский сельсовет, глава администрации Горбунов Александр Витальевич. Дипломом третьей степени за конкурсное шествие экологических бригад «Радужная карусель» награждается администрация сельского поселения Воробьевский сельсовет, глава администрации Бунеева Анна Антоновна. Дипломом второй степени за конкурсное шествие экологических бригад «Радужная карусель» награждается администрация сельского поселения Ворон-Лазовский сельсовет, глава администрации Трухачев Вячеслав Николаевич. Дипломом первой степени за конкурсное шествие экологических бригад «Радужная карусель» награждается администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет, глава администрации Дедов Александр Викторович.